Тверская область оказалась в числе регионов-лидеров по итогам первых месяцев реализации закона о гаражной амнистии. Такие данные были озвучены в управлении Росреестра. Гаражная амнистия, стартовавшая осенью прошлого года, позволяет в упрощенном порядке оформить в собственности индивидуальные гаражи, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Планируется, что амнистия продлится пять лет до 1 сентября 2026 года. Напомним, так называемый закон о гаражной амнистии вступил в силу 1 сентября прошлого года. Он призван урегулировать гаражный рынок и деятельность кооперативов законодательно, а также упростить процедуру оформления прав собственности на такие объекты, которые прежде требовало бесчетное количество бумаг и справок теперь упрощает для граждан максимально возможность зафиксировать свое право собственности как на гараж, так и на земельный участок под ним с минимальным перечнем документов, которые есть. Как показали первые четыре месяца реализации закона о гаражной амнистии на территории Тверской области, для Верхневолжья новая норма крайне актуальна. Так, по данным Росреестра, к декабрю в упрощенном порядке было оформлено почти 10 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Среди регионов лидеров оказались Тверская, Омская, Нижегородская области, Пермский край, Бурятия и Красноярский край. На территории региона находится около 700 гаражных кооперативов, поэтому достигнутый результат – это лишь первые шаги по реализации закона о гаражной амнистии. Он стал возможным благодаря постоянному взаимодействию управления с муниципалитетами, саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, а также ведению разъяснительной работы среди граждан посредством СМИ, организации горячих линий, личных приемов. В региональном управлении Росреестра отмечают, что с председателями и членами гаражных кооперативов достигнуто соглашение о проведении комплексных работ на территории нескольких гаражных кооперативов Тюрской области. Первым из них стал кооператив в Кимрском районе, где в конце 2021 года проведены кадастровые работы в отношении 146 земельных участков и, соответственно, гаражей, расположенных на них. Работы осуществлялись по сниженной стоимости, которая стала возможной как раз в силу большого количества собственников, заинтересованных в в упрощенном порядке оформлении своей недвижимости.